Я собираюсь продемонстрировать действующую модель дарового вечного двигателя. О функционировании генератора я расскажу позже. Для запуска генератора достаточно снять магнит, сдерживающий резонанс. Как видно, генератор не питается от сторонних источников энергии и не имеет даже заземляющего провода. Сейчас я отключу свет для наглядности эксперимента. Вот. Для запуска генератора снимаем магнит, сдерживающий резонанс. В процессе работы генератор выделяет большое количество статического электричества. При его снятии происходит увеличение мощности генератора. О наличии статического электричества можно судить, поднеся к корпусу простую неоновую лампу. При контакте неоновой лампы с корпусом она начинает светиться. Даже простой светодиод при контакте с генератором начинает светиться. И совсем не важно, к какому контакту он был подключен. Светодиод очень быстро выходит из строя вследствие больших напряжений статического электричества. Вечный двигатель, производящий энергию из ниоткуда, создать невозможно. Однако возможно создать генератор, использующий энергию окружающей среды. Сейчас человечество использует в большей степени невозобновляемые источники энергии, такие как газ, нефть, уголь и ядерный распад тяжелых радиоактивных элементов. Используя энергию таких источников энергии, как солнечное излучение, делает генератор, производящий энергию, вечным, практически не исчерпывая запасы энергии. Если потребление энергии на десятки порядков меньше общего ее запаса, то, соответственно, генератор является в кавычках вечным двигателем. Данное устройство использует энергию эфира. Ученые называют ее еще темной энергией. Темная энергия зародилась в момент возникновения Вселенной. Спустя доли секунд после Большого Взрыва образовалось бесчисленное количество материи и антиматерии, которая спустя непродолжительное время аннигилировала. К счастью, материя оказалась чуть больше, чем антиматерия, примерно на 0,001%. При аннигиляции вещества и антивещества образовались фотоны и адроны вследствие больших энергий исходных частиц, порядка сотен мегаэлектрон-вольт. Адроны очень быстро распадаются, и из их множества остался океан нейтральных каонов, в котором сейчас находится материя. Энергия, запасенная в нейтральных каонах, на порядке больше, чем в веществе. Даже если сложить энергию всех звезд Вселенной, то ее количество сопоставимо с энергией нейтральных каонов, как одна песчинка и 17 кг песка. Данный генератор использует энергию электростатического поля нейтральных каонов, преобразуя ее в электричество, входя в класс даровых вечных двигателей. Примером дарового вечного двигателя может быть простая солнечная батарея. Перейдем к схеме генератора. Отключаем генератор. Для этого подносим магнит, сдерживающий резонанс. Генератор состоит из 12 катушек, 4 транзисторов для усиления резонанса. Потребителем энергии является простая энергосберегающая лампа мощностью в 15 Вт. К
катушки должны иметь общий магнитопровод и одинаковую индуктивность. Катушки соединены между собой в специальную цепь, которая приведена на данной схеме. Катушки соединены в 12-конечную звезду. Минимальное количество катушек должно быть не меньше 12 штук, создавая в итоге четырехфазный источник энергии. Количество катушек должно быть кратно 3. Только энергосберегающая лампа способна воспринять генерируемое электричество вследствие его высокой частоты. Чтобы запитать лампу накаливания, нужно собрать четырехфазный мост со стабилизатором напряжения. Но у меня не было времени сделать его. И тогда возможно будет запитать любой электрический прибор. В центре генератора находится отверстие, в котором располагается элемент, заполненный ферромагнитной жидкостью. Ферромагнитная жидкость представляет собой коллоидный раствор мелкодисперсного порошка металла в невязкой инертной среде. При поднесении магнита ферромагнитная жидкость сразу вступает в контакт. Чтобы поместить ферромагнитную жидкость внутрь генератора, потребовалось немало усилий. Пластиковый контейнер я не нашел, но у меня появилась идея использовать в качестве контейнера оболочку электролитического конденсатора. Я достал запас древних конденсаторов и обнаружил, что очень многие подходят в отверстие по размеру. Диаметр отверстия составляет 18 мм. Как оказалось, много советских конденсаторов имеют такой же диаметр. Выбрав конденсатор, я вскрыл его и заполнил ферромагнитной жидкостью, после чего генератор стал функционировать в нормальном режиме. Вскрыл конденсатор я таким образом. Ножом вначале отделил закупоривающую массу, соответственно, выдернул его, получилась такая баночка. Эту баночку я очистил, соответственно. Привел божеский вид. После чего я заполнил ее ферромагнитной жидкостью и запечатал. В итоге получилась вот такая вот колба с ферромагнитным веществом. Я ее помещаю внутрь генератора. В таком положении она и будет находиться. Ну, соответственно, ее еще надо вклеить сюда для фиксации. В принципе, генератор готов к использованию. Переходим к созданию выпрямительной схемы. Сам выпрямитель будет представлять собой четырехфазный мост Ларионова. Вот его схема. Это самая простая схема, которую я нашел. Но тем не менее она состоит из 16 диодов.
что усложняет ее производство. Подобрать диоды была тоже очень сложная задача. Я взял множество диодов, которые у меня были, и стал проверять, какой минимальный диод способен выдержать генерируемое электричество. Как оказалось, небольшие диоды быстро выходят из строя вследствие статического электричества. Заземление не будет производиться в данной схеме, и поэтому минимальный размер диода, который способен выдержать электричество, являлся вот таким вот. Перейдем к монтажу схемы. Мне удалось наконец собрать выпрямитель для этого генератора. Он состоит, соответственно, из 16 диодов. Напряжение с генератора подходит сюда и сюда. Выпрямленное напряжение собирается здесь и здесь. Соответственно, плюс собирается с этой стороны, минус с этой стороны. И мы уже можем запитать устройство постоянного тока. Но возникла одна сложность. При отсоединении постоянного магнита на корпусе возникает высокое напряжение. И меня вот изрядно ударило, конечно, током. Пока я не буду включать генератор и схожу купить специальные перчатки для защиты себя от высокого напряжения. И тогда уже можно будет провести нормальный эксперимент с лампой накаливания 220 вольт. Но это, к сожалению, будет в следующий раз. Вот, собственно, я нашел резиновую перчатку, и теперь могу продемонстрировать работу генератора с выпрямителем. Как видно, к генератору не подходят сторонние провода. Включаем магнит. Мощность лампы составляет 100 ватт. Так, сейчас я отключу свет. Соответственно, сейчас лампа потребляет примерно 25-30 ватт, так как горит не в полную силу. Мощность в 25-30 ватт – это очень хороший результат. Но я на этом не останавливаюсь. Я завершаю работу с этой моделью генератора и перехожу на новую. Она уже будет состоять из 18 катушек. Рассчитываю на тройное увеличение мощности относительно массы генератора по сравнению с предыдущей версией. На этом пока все. Возвращаю обратно магнит и останавливаю резонанс.